И зимой, и летом. Когда дождь летом, у нас вот такая же лужа. Стек вот там был, он весь засорен. И его надо прочищать. Вон там они все продолбили, а толку мало. Он весь засорен. Так это не только здесь, вокруг дома всего, да? Да, вокруг дома невозможно пройти. Вот даже, знаете, дети, я вот в этом доме живу, я смотрю из окна, дети вот идут в школу, падают даже. Скользко же они вот так раз и в лужу. Ну это что это? Город вообще весь засранный. На нас прям махнули рукой и не хотят ничего это самое заниматься. Ну ладно. Давайте аккуратней. Да.
ямы сами не найдем. Вот не видно ничего, да? Просто вода. А под водой яма. То есть вы их объезжаете на это? Но я просто сниму все это дело. Ну, люди на встречку выезжают, дабы не вот на встречке едут. Вон они, кстати, яму стоят, заделывают и закидывают туда камни эти. Просто сыпят, да? Вот щебенок, да. Асфальт. Нет, крошка. Не асфальт, нет? А это они крошка, вот... Просто крошка. Два дня назад крошку просто вот эту засыпали с битумом. Этот, а сейчас вот этот гравий такой, большие камни. А, просто гравий. Ну, все, они уже не знают просто, что с этим делать. Ага. А, ну хоть ровненько пока что. Утром не снимали, когда весь город стоит вот из-за одного этого моста? Я снимал этот, ну, как бы, самую жесть такую я не заснял. Потому что смысл и так понятно. Ну, я как бы акцент сделал на том, что стоит весь город, да, из-за этого моста. Причем его делают чуть ли не через день. Да. То есть вообще просто... Такое ощущение, как будто, ну, просто осваивают средства, да, и все, наверное, всю зиму его латали. Не, я прям радуюсь, свою машину продал, и теперь хоть нет надобности ездить по этим. Да я тоже ем. Два дня не ездил. Первый раз вот первый заказ выпал. Просто нерв не хватает. Вот буквально вот эти ямы они заделывали два дня назад. Я как раз таки снимал, вот стоял тут. И главное, они выдували воду оттуда. Якобы это должно было помочь. То же самое, даже хуже. Вот, а тут еще и нарезали, получается. И оставили. Вот видно, да, пробка из чего? Да. Самая жесть во сколько начинается? Ну, обычно где-то с 5 вечера, но сегодня еще пятница. Это еще дачников нет? Да, да, сейчас к вечеру поедут дачники. Климова будет до центра, наверное, вся стоять. Ну, в принципе, от чайки это стандартно получается. Ну, да. Это еще не час. То есть полицейские зимой только сделали. То есть уже на самом полицейском я. Они
нет. Или глава. Глава красави. Ахватов что там? Точно уж не помню. Вот здесь стул стоял, да, по-моему? Да, вот здесь такая яма была, это вообще. Оставили. Ну, по советскому тоже можно проехать. А я видел, или... это, я там снимал.